Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Огненный шар! Эй, я же говорила, не лезь! Огненный шар! Ничего себе! Рейночка, а ты не хочешь пересесть на коленки братишки? На твоих коленях каких только мамзелей не было. Так что Рейна обойдется. Рейна не твоя личная собственность. И вообще, мы же все вместе делали ей этот посох. Завали хлебало, нытик. Рейне исполняется 10. Какой подарок хочешь? Проси что угодно. Тут твой чокер супер-мега-классненький и... Ни за что. А? Совсем плоская, но хочешь быть секси? У меня еще такие сиськи вырастут больше, чем у тебя. Мечтать не вредно, малышка. Да ладно, Рейна, оставайся плоской. Вот ведь бидоны. В тот день все дорогие мне люди были жестоко убиты. И родилась алая Рейна. Вот оно как. Серьезно? Это вся ваша реакция? Может, нам стоило отреагировать как-то вот так вот, госпожа Рейна? А? Рейночка, ты через столькое прошла. Спасите меня, девочки! Что за бесчувственные твари? Если не убить злодея, когда есть шанс, то однажды он... Я отказываюсь. Отсылка к жиже. Мы охотники. И, возможно, однажды у нас не будет выбора. Однако, кромсать людей направо и налево – это плохой вариант. У нас же детское аниме. Тушка рано покинула этот мир. Так что мой отец и три мои брата просто души во мне не чаяли. Батюшка, братья мои, я хочу стать рыцарем! Нет, нихера, Найн, неа. Но они взяли и заигнорили мою мечту. Раз так, я сама стану охотником, а после рыцарем. Так что я позорно сбежала из дома. И поэтому... Я здесь. Ваши взгляды так и говорят, и это все! Больше не осталось никого. Кому бы ты вообще была нужна, дура? После похорон матушки, батюшка привел в наш дом мачеху и ее дочку. А со мной стали обращаться как с рабом. Прям пародия на мультик Диснея, ей-богу. А еще ты похож на рой мух голубых. Это как-то очень мерзко. Приношу свои извинения. А как насчет Т-1000? А теперь ты похож на стрёмную 3D-модельку серебряного серфера, так что лучше не надо. А, ну точно. Ты смотрел Sailor Moon, Призма, дай мне силы и так далее. Можешь стать желтой копией лунной кошки из этой анимки. Было бы суперклассно. Я прошу прощения. Но вот я ни хренашеньки не соображаю, что ты имеешь в виду, кошколюбка. Зануда. Ну тогда не важно, главное, чтобы было миленько. И сколько часов на это было убито? Это 105-я трансформация. Ладно, будь кавайной колбасятиной. Хоть я и создан из наномашин, но у меня чувство, что я докторская колбаска. Ладненько. Тут и начнется моя самая обычная школьная жизнь. Вот о чем я подумала в первый день. Однако Дага Котуар... Легендарная случайность номер один. Я подглядывал за панцухами и чуть не стал жареной колбаской. Номер два. Майл отхерачила самого сильнейшего ученика в школе. А вот и номер три. Адель! Давай обожрёмся, как свиньи. Давай пожопимся в магазинах. Детка, когда мы вместе, я чувствую себя как сосиска в тесте. Совсем, что ли? В прошлой жизни я вообще не общалась с мальчиками, а тут сразу сосиски пихают. В такой момент я улыбнусь и прикинусь дебилушкой. Адели Сюсечка! Ох, мать! А значит, ты, как и я, простолюдинка, верно? Ну, технически я дворянка. Ой. Забудьте, я глупость ляпнула. И почему ты это скрываешь? Настоящая дворянка. Фамилией гордится. Но батюшка выставил меня из дома и, кажется, отрёкся. А если я проболтаюсь, кто я, то агент 47 придет со мной и грохнет. Я это просто пошутила. Но если вернусь домой, то меня в обезьянник посадят или прихлопнут, или выдадут замуж за жиробаса. Ой-ой, что я болтаю тем, с кем только познакомилась? Кошмар какой, я? Ну, как ни посмотри, она не похожа на ЧСВ Шлёндру, который использует мужчин направо и налево. Да она дурачит нас! Я сорву маску с этой никчемной актрисульки. Но госпожа Марселла лез в чужой шкаф, это как-то... Ну, видали? Прада и Гуччи. Ой. Самая обычная форма, которая у нас есть. Ну тогда... Это что? Ее перекус? Эти три девочки стали для меня первыми подружками.
Вот как. Значит, мы только вторые. Как хорошо ты им замену нашла. Паулина. Но, у тебя все чики-пуки подружки. Но ты почему-то сбежала, да? А как же твой выпуск? Ну, в общем, спустя год и два месяца после моего поступления кое-что произошло. Простолюдин! Что? Что это такое? Прочь! Магическое отродье! Какая же я дубила, что спалила свою силу! И как теперь отмазываться? Неужели? Ты порождение тьмы? Или нет? Просто демон! Демон? Ну точно! Вы хотели навредить сосуду богини. Неслыханная дерзость. Не может быть! Богиня Аква! У небеса! Обрушьте гнев на тех, кто противится вашей воле. Божественный удар. Молнии. Остановитесь. О, у богиня. Я молю о пощаде. Как принцесса я возьму всю вину на себя. А вот и добрая милашка принцесса. Спрячьтесь, принцесса. Богиня, молю, накажите меня, я мазохист. Нет, меня. Ого, какая толерантность. Тогда и я тоже. А трапчики будут. Народ, мы вообще что вот сделаем? Где я перестаралась. И не какушки не для продажи. Какушка. А тем, кто продает, век Лоли не видать. Лялящик. Пчелня, пчелня, пчелёбаня, договорились.